Добрый день, я Георгиевская Татьяна и рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Мне часто задают вопрос, что такое солист или солитер? Солитер или солист – это отдельно высаженное дерево, которое является центром. Это одна из тем композиции. Это какое-то дерево, это ли может быть дерево на штамбе, зачастую используют многолетние деревья, кустарники, все, что имеет красивую структуру, красивый цвет необычный, какие-то ниспадающие формы или наоборот торчащие кверху. И вот здесь на примере представлен солитер, как вы можете видеть, в виде бонзая. То есть у нас есть газон, вокруг, как вы видите, ничего рядышком нет, ничто не поддерживает это дерево, и оно замечательно, превосходно смотрится одним целым на этой территории, на этом участке. Очень красиво, привлекает внимание, то есть солист выбирается, подбирается всегда цвет, форма, фактура на долгие годы. И так как это он индивидуальный, его на территории сразу же видно, сразу же определяешь, где он. Вот как здесь, например, на какие-то другие мелкие, на что-то другое, на мелкое, мы потом уже обращаем внимание, вон там виноград еще растет на заднем плане, но солист всегда выделяется, как и в музыке, так же и в ландшафтном дизайне. Поэтому, если вы захотите посадить у себя на участке, на вашей территории солиста, солитер, то, пожалуйста, выбирайте его, подбирайте тщательно. Как правило, если вы высаживаете солитер на солнечное место, смотрите, пожалуйста, чтобы ему действительно нравилось солнце, чтобы он хорошо себя на солнце чувствовал, прекрасно рос и радовал вас. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Тати Гео. Если у вас появились вопросы, задавайте, пожалуйста, под видео. Пока-пока!